Ну что же, друзья, добро пожаловать в симулятор тюрьмы в виртуальной реальности. Мы, блин, потихонечку заканчиваем уже проходить эту игрушку, потому что нам осталось совсем немножечко, нам осталось бежать и всего лишь из одной тюрьмы, и мы, в принципе, на пороге к нашему успеху. У нас есть много денег, у нас есть много печенек, у нас даже есть микроволновка, и мы можем закончить очередное задание, которое мы почему-то не закончили в предыдущей серии, и мы можем получить за это наши подарочки, конечно же, открытие кейсов в виртуальной реальности, в тюрьме, круто, йоу. Как всегда, не забывайте, что серии симулятора тюрьмы выходят только благодаря вам, потому что вы ставите много лайков, и если вы хотите новую серию, то ставьте побольше лайкузиков, и она скоро совсем выйдет. А нам нужно выбрать то, чем мы сейчас будем заниматься. Мы можем с вами сделать три кальяна и сдать задание, мы можем сделать соки и сдать задание, и мы можем сделать еще тортики. Конечно, тортики это очень выглядит заманчиво, но их, черт возьми, очень сложно делать. Ну окей, в принципе, можно попробовать сделать тортики. Для этого нам, конечно же, потребуется миска, которой у нас почему-то нету. Точнее, я знаю почему, потому что у нас ее забрали в предыдущей серии. Но окей, давайте мы купим с вами миску. Она стоит 15 баксов всего. В принципе, не так дорого. Деньги у нас, благо, есть. Поэтому давайте мы закидываем наши денежки. Денежки, да твою мать, я сказал денежки. Денежки хочу я. Деньги, 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 дриби, деньги. Так, отлично, закидываем денежки, покупаем одну миску. Что мы можем еще? Мы можем еще закинуть немножечко денежек. Нам нужно еще побольше наших яблок. Да, мы заходим вот сюда и покупаем яблочко, которое стоит по 6 долларов. Блин, мне только на одно яблоко хватает. Капец, я бомжара, конечно. Ну ладно, ёпты, настало самое время сделать тортики. Сейчас вам повар Евгений расскажет, как сделать тортики. Короче, рассказываю один раз. Просто показываю, учитесь. Мы наливаем вначале водички в нашу мисочку. Мы налили водички, теперь мы берем яблочки, понимаете, яблище берем. Закидываем one яблище, two яблище, потом три яблища и четыре яблища. У нас получается вот такая вот жижа. Теперь берем эту жижу, короче, и вот так вот мешаем. Мешаем, смотрите, аккуратненько так берем, перемешиваем. Получается говно. Теперь мы это говно вот так вот берем, вот так вот встряхиваем, мать его, за ногу. Вот, мы его встряхнули, и у нас получается вот такая вот лепешка из говна. Теперь мы эту лепешку из говна суем вот сюда, нажимаем на кнопочку, вот, и закрываем микроволновку. Понятно объясню? Надеюсь, понятно. Офигеть, у нас еще тут два алкоголя лежит. А чё они тут лежат вообще, эти алкоголи, я не понял. Как, а чё я их не продал? Они у меня просто тут лежат, пылятся. Да давай уже быстрее, делайся, сраная. Сраная... О, все, приготовилась, да? Все, отлично, тортик у нас готов, и мы можем наш тортик... Так, тихо! Тортик складываем быстренько сюда и выключаем микроволновку. Алло, выключись. Выключись! Я не знаю, как ее выключить, честно говоря, ну и хрен с ней. Что вы тут ходите? Ни хрена себе, у вас тут три охранника. Жирная мадама еще когда прошла. До свидания, до свидания. Капец, я, конечно, алкаш. У меня просто два алкоголя, две бутылки с алкоголем лежали в ящике, а я даже этого не знал. Капец, я алкаш. Так, окей, здорово, братан. Мы продаем тебе алкоголь, потому что мы с вами за ЗОЖ. В скобочках нет, ну ладно, продаем алкоголь, потому что нам нужны деньги, и за эти деньги мы покупаем как можно больше яблочек, чтобы сделать очень и очень много тортиков. Опа, вот так вот. Нам ничего не нужно, и, о господи помилуй, все покатилось, как всегда, блин, как всегда, у меня теперь тут мусор везде. Ой, не могут там нормально сверху закидывать, не, отсюда, алло, вы там вообще нормальные взяли, мне закинули, все поломали, я тут такой порядок был, ёханый бабай. На-на-на-на, теперь мы наливаем мы водичку в бутылочки. Водичка в бутылочке. Хорошо, ладно, пока что не будем мы тратить наши яблоки на алкоголь и на всякие соки. Просто нальем на всякий случай водички в бутылочки, потому что, ну, водичка в бутылочке, это очень даже полезно. Не знаю, почему это так странно звучит, но, короче, водичка в бутылочке, это просто четко. Все, у нас есть три водички в бутылочке. И теперь мы берем наши яблоки и убираем их куда-нибудь подальше, потому что если сейчас сюда придет охранник, то, ну, охранник мне просто даст пиздюлей, извините меня за выражение, и мне будет плохо. Мне будет больно и неприятно. Так, охранник уже поднимается сюда. Ну, как всегда, конечно, как всегда. Все не вовремя происходит. Почему это яблоко залезло в миску? А ну, уйди. Теперь мы встряхиваем нашу говёшку и ловим тортик. Хоп! Не словил. Окей, ладно. Берем теперь наш тортик и складываем сюда. Он у нас подогревается, делается. У вас просто все, конечно, замечательно. Так, охранник. Охранник, пожалуйста, свали отсюда. Вы только посмотрите, идет такая деловая колбаса, типа такой тут главный, пошел нахрен. Так, окей, что у нас там по тортику? Тортик готовится, ладно, пока что тортик готовится, мы с вами нальем еще одну мисочку с водой. Там же никого нет, все нормально. Все под контролем, все хорошо, все отлично, все замечательно. Перемешиваем говежечку, перемешиваем. Оп, хорошо. А теперь встряхиваем и ловим, главное сейчас ловить. Куда?
твою мать! У меня торт улетел за пределы моей камеры! А ну отдай! Твою мать! Я чё, блин, виноват, что ли? Я виноват, что вы мне торт выкинули за решетку, вы дебилы! Охренеть. А, у меня еще и торт из микроволновки забрали. Да идите вы нахрен. Охренеть просто. Они у меня все забрали. У меня теперь нет денег. Пошли в сраку. Охренеть. Да охренеть, блин, вот именно охренеть. Я ненавижу эту игру. Ой, мама дорогая, опять вернулся к истокам. Только продал алкоголь, теперь снова делать алкоголь. Один тортик есть только. Я в шоке просто. Я просто в шоке от этой игры. Я просто в шаке. Подождите, а может тут хоть печеньки-то остались? А, да, смотрите, еще печеньки, есть две печеньки. Вот это да, конечно, вот это я богат просто. У меня есть целых две печеньки, которые мы, конечно же, засунем сюда и пожарим. Почему нет? Сейчас мы сделаем четенькие печеньки, просто как у бабули будут, понимаете? Такие с пылу-жару просто. Ну, долго там они еще? О, одна готова, вторая готова, все отлично. Печеньки у Аса готовы, мы их суем и закрываем нашу микроволновку. Отлично, идем в день. Мне интересно, а сколько у нас стоят печеньки? Блин, печеньки совсем дешево стоят на самом-то деле. Ну окей, ладно, хоть что-то. Я же сейчас вообще бомж, мне любой доллар дорог. Так, теперь главное все сделать просто по фасту. Давай, пожалуйста, быстренько, сразу водичка наливается сюда. Пока водичка наливается сюда, мы еще наливаем ее параллельно сюда. Оп-о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 п
сейчас сразу две наливаем. Вот так вот берем, короче, у Вася сразу две бутылочки просто по фэншую. Давай. Давай, одну налили. Вторую, хочу вторую. Вторую налили. Все, это мы складываем сюда. Теперь мы, опа, вот так вот. Раз, два. Так, потом три, четыре. Давай. Да встряхивайся-то. Еще надо. Нет, больше не надо. Сраные яблоки заколебали меня. Ой-ой-ой, охранник идет. Что такое? Че он так быстро сюда приперся? Пошел в сраку, охранник. Я еще не готов к твоему приходу. Все нормально? Охранника нету? Охранника нету. Теперь мы все это перемешиваем. Теперь, пожалуйста, главное не улети. Оп-оп-оп. Почти поймал, вы видали? Прям почти поймал. Так, теперь окей, открываем вот эту штучку, засовываем сюда вот это. Вот так вот мы засовываем, вот так вот. Хорошо. Теперь мы в мисочку еще наливаем немножечко водички. Еще немножечко водички. Быстренько наши яблочки. Может, мы сделаем тортик из денег, я не знаю. Новый рецепт откроем какой-нибудь. Тортик из денег. Мне кажется, это получше будет тортик. Быстренько перемешивайся. Хоп. Давай, оп. Отлично, прямо. Куда? Откуда ты здесь? Нет! Зашибись, у меня опять все забрали. Оп. Хорошо, я научился ловить наши тортики. Опа, тортик еще один готов, замечательно, тортик готов. Это мы закрываем. Так, тихо, пока что к нам еще не идут, можно быстренько сделать еще один тортик. Так, никого нет, идет какой-то старикан с сишкой, ах ты ж говно. У меня ничего нету, я чист, как не знаю кто. Все, хорошо, вот и вали нахрен, просто чересчур много охранников. Я не готов был к такому. Давайте хоть одну бутылочку наполним. Тихо. Хотя бы один алкоголь. Все, хорошо, один алкоголь готов. Это готово. Что у нас здесь? Здесь у меня тортик. Тортик тоже готов. Все, два тортика готовы. Фух, я все сделал. Go today. Фух, мазафака, я все сделал. Наконец-то, пожалуйста, давайте мне уже. Давайте мне это задание, я хочу его пройти. Давай, иди сюда. Так, отлично, все, мы можем закончить задание с двумя тортиками. Ебой, новые подарочки. Что нам дали? Что я не понимаю, что это? Большой кабинет, больше бутылок, спасибо. Кучу табака мне еще дали. Офигительно. У нас осталось последнее задание пройти, и мы, по идее, убежим из тюрьмы, как я понимаю, да? Все правильно? Ну, я так подумал, давайте мы оставим это на следующую серию. В принципе, нам осталось тут сделать полную фигню, но я хочу немножечко растянуть удовольствие, поэтому давайте сделаем так. Если под этим видео наберется 25 тысяч лайков, я выпущу новую серию симулятора тюрьмы, а также, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой инстаграм. В моем инстаграме я провожу прямые трансляции, я там общаюсь с подписчиками, поэтому, если у вас есть ко мне какие-то вопросы, то лучше приходите на прямые трансляции и там их задавайте. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на мой канал, потому что на моем канале выходят различные видео не только по тюрьме виртуальной реальности, поэтому подписывайтесь и смотрите ролики. Ну а с вами был Жека, всем удачи и всем пока!